Читаем блок 1797. Автомобиль ВАЗ. С помощью адаптера Scanmatic 2 и модуля 71 Bosch MDDC17 Bootloader. Не вскрывая блока. Читаем флеш и про. Значит, нам нужно сделать идентификацию. Шестьдесят второй процессор. Выбрали 62-е чтение. Первый модуль Scanmatic 2. И блок 1797 Лада Калина. Читаем без разборки флеш и пром. Флеш уже прочитано. Сохраняем ее. Читаем и пром. А вот так прочитался и пром. Теперь зальем все это дело обратно. Я просто показываю, что как читает и пишет 71 модуль. Заливать можно любой файл. Ну, в смысле, тюнинговый или еще какой-то. Давайте зальем флеш. Так заливается флеш. То есть флеш записали, теперь выбираем EEPROM, записываем его. Так вот записалось все с такой скоростью.